Всем хай, друзья, с вами Атопчик, и сегодня мы, как всегда, продолжаем выходить на новый уровень игры. Заранее прошу вас поставить лайк авансом и подписаться на канал, так как эти действия очень сильно помогают мне в развитии. Сегодня мы будем строить полностью автономную ферму железа. Первым шагом нам нужно выкопать яму 9×9 и в глубину один блок. Оставляем блок в центре, как показано на видео. Теперь нам нужно обстроить этот блок калитками со всех сторон и открыть. Всего нам понадобится для этих действий 8 калиток. Сразу, ребята, предупреждаю, что не я придумал данную ферму, и ссылку на первоисточник я, конечно же, оставлю в описании. Поднимаем центральный блок еще на 2 и ставим компостер. После чего поднимаемся еще на 2 блока и на вершине второго ставим люк. После этого мы должны отстроиться на 4 блока от люка, как показано сейчас на видео. И ставим 3 кровати так, как показано сейчас на видео. Ничего сложного. Если что, в качестве вспомогательного блока я использую землю. Все блоки земли в конце видео мы сломаем. Обстраиваем кровать 7 блоками стекла, как показано сейчас на видео. Убираем сразу же лишние блоки, для того, чтобы они впоследствии не мешали. Четвертую сторону кроватей обстраиваем полублоками, как показано сейчас на видео. Ставим 2 полублока по краям, блок по центру и сверху еще один полублок. В этой комнатке, как вы понимаете, будут сидеть жители. Так, сломали мы все вспомогательные блоки и спускаемся вниз. Кстати, друзья, не забывайте, вот давайте прямо сейчас 5 секунд для того, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Если вы успеете, то вы красавчики. Ну а если не успеете, попробуйте в следующем видео. И 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто успел, тот красавчик. Сейчас мы под калитками копаем яму 17 блоков в глубину и 3×3 в ширину. Достаточно долгий процесс, но для вас он займет пару секунд. Ну вот и все. Теперь разливаем воду по 4 углам нашего квадратика. Это нужно для того, чтобы голем, когда попадал вовнутрь нашего квадрата, в любом случае падал в яму. Ну а внизу сейчас мы сделаем так, чтобы все ресурсы, которые выпадают с голема, попадали в наш сундук. Для этого с одного угла ставим воронку, подсоединенную к сундуку, а с другого угла разливаем воду. В принципе, это все хорошо сейчас видно на видео. Разливаем воду. А здесь делаем небольшую комнатку. Так, комнатку сделали. И теперь... Да, все-таки идем мы с вами разливать воду. Разливаем ее вот в этот угол.
Она заливается у нас сюда, но чтобы этого избежать, просто ставим полублок. Верхнюю часть блока для того, чтобы мы имели доступ к сундуку и могли его открывать. Теперь нам нужно сделать выход наверх. Для этого нам понадобится 18 лестниц. Копаем над собой и ставим лестницы, после чего опять копаем над собой. Но вот уже и поверхность, и там как раз вовремя наступила ночь. Давайте чуть-чуть обстроим наш вход. Нет, с другой стороны. Для того, чтобы не забыть, не потерять. Спускаемся обратно, и теперь нужно сделать так, чтобы голем как раз таки умирал, падая сюда. Для этого... Получилось. Теперь ждем ночи и приманиваем какого-нибудь зомбика.
Вот, сейчас я включил запись, и зомбик идет за мной. Поднимаемся наверх и делаем так, чтобы зомбик не добрался до нас. Но шел четко по пути и свалился туда, в яму. Закрываем люк и ставим на этот люк еще один люк. И сразу же мы уже видим голема внизу. Это работает так. Жители видят зомбика и боятся его. А логика жителей в Майнкрафте Java версии такова, что они призывают голема. Голем спавнится, идет на зомбика и попадает в яму, после чего сваливается вниз. Так как голем большой, он касается лавы и сгорает. Все ресурсы по водичке попадают в загрузочную воронку, из нее в сундук. Вот сейчас мы можем видеть, что нападало нам с зомбика. И все. Дорогие друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был, как всегда, Топчик. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, я подарил вам заряд позитива на весь день. Всем топчик настроения и услышимся совсем скоро.